Ну, сейчас вот очень много критики раздается, особенно в адрес правительства, президента. Все критикуют, все осуждают. И, наверное, вот стоит сказать о том, что осуждением-то не решаются проблемы. И вот один из таких очень распространенных грехов нашего времени именно стало осуждение. И часто спрашивают, а как с ним бороться? Потому что все возмущает. Вот куда ни глянь, все из рук вон плохо. И вот это возмущение просто выплескивается из душ людских. И как же с ним быть? Ну вот, если всю энергию души тратить на возмущение, так мы и будем находиться в этом возмущении. Понимаете, можно возмущаться, что такое обшарпанный подъезд. Можно. А можно купить 2 ведра краски и взять и покрасить. И еще бумажечки наклеить, осторожно окрашено. Вот совершенно 2 разных подхода. Как говорят, чем русский отличается от англичанина? Если у англичанина крыша течет, он лезет и чинит. А русский пишет письмо президенту. Понимаете, вот в чем разница. Хотя починить крышу гораздо проще. Вот, к сожалению. И все ждут, что один бедный президент должен все наши вопросы решить. В частности, и с покраской подъезда, и прочими там вещами. Мы должны уже, что возможно, взять в свои руки и этим заниматься.